преддверии крупной юбилейной даты – 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена в Большом зале Ленинского мемориала решили противопоставить автору «Сурка» лунной сонаты и «Эгмонта» произведение Брамса. Получилась «Битва титанов» в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» и лауреата российских и международных конкурсов Нателлы Чухели. Не самая простая для восприятия неподготовленного слушателя музыка в ее исполнении становится понятной и доступной. То я всего лишь проводник, и я считаю, что у любого человека, неважно с музыкальным образованием или без, есть слух, есть понимание музыки, и моя задача – это донести и до профессионалов, и до простого слушателя. Молодая пианистка из соседнего региона Нателла в следующем году заканчивает Казанскую государственную консерваторию. Девушка уже известна серьезным подходом к исполняемым произведениям и глубиной погружения публики в мир сложной, не всегда с первого раза понятной, но всегда серьезной музыки. Почему бы не взять то, что не играют другие? Потому что очень много, к сожалению, произведений затеряно сейчас вот за именно попсой классической. Если люди не знают произведения, нужно представить его именно в том виде, в котором композитор хотел и замышлял его. Произведения, которые на слуху, очень быстро замыливаются. Для меня нет ничего дороже того, что люди после концерта выходят с какими-то другими мыслями о жизни, о музыке. Вот это самое главное. Есть ли у Нателлы, что называется, настольные ноты, или лучшая музыка для нее – это все-таки тишина? Насчет тишины согласна, потому что в консерватории на четырех этажах постоянно играют какие-то инструменты, поют вокалисты, и к концу дня голова болит, и устаешь. К сожалению, такого произведения, к которому я бы возвращалась каждый год, нет. Есть соль диез минорная прелюдия Рахманинова, опус 32. Да, я ее часто играю. Я могу на ней разыгрываться. Когда я пробую рояль, я всегда играю ее. Есть такой момент. А что касается дома отдыхать от музыки, музыкант, у него отдыха от музыки понятия нет, потому что это наша жизнь, это как воздух. Ярослав Щедров и Сергей Ямин. Специально для новости «Улправда ТВ».